Так, ну это вот еще также пашины голуби, вот мы решили он показать, вот чуть-чуть приподнять голубей в лед. Вот они голуби пошли. Ну этого здоровья нету, ребята. Там выхватывает. Вот он, бах-бах-бах. Это гоны, да? Зычи масти такие две голубки. Отправлены. Подперли вот так вот. Удалю. Хорошо голуби поднялись. Так вот. Паша гоняет голубей. Ну, хорошо пошли. Ну да, хорошо понеслись. Толпа. Молодец. Вот так вот удалю. Вот так вот они поднялись. Кто-то, блядь, сильно хуёт. Потерял. Вот так вот прибавил почти на всю. Вот там кто-то бьет. Вот он. Вот. Слышно хлопки. Так. Вон орел. Эти сразу дикарить стали. Вот она ставит, уже на всю приблизил. Вот человек всю жизнь, вот, круглый год гоняет голубей и зимой, и летом. Вот сейчас вот так буду удалять, вот так вот. Хорошо понеслись. А у того тоже здоровья нет. Вот. Поперли. Парапер. Сизы и штамп, что да. Там пара сизы здоровья. Пара молодой, но сизы первые. Покажи мне, Сай. На среднюю. Вон, Рустам, подними сюда. Они резаные, да, там. И пара. Ну, вон они. Так. Вот. Пара здесь, а снизу мотается, уже опускается. Так, ну, в общем, покажу, неплохо поднялись, можно сказать. На пятерочку голуби летают. Вон они. Еле видно, облачно, сегодня прохладом тоже, погода не очень, эта камера плохо фокусирует. Тут вот пара мраморных уже опускаются, молодые, да, по ним видно, по перу. Пара мотается здесь, там вот эти уже садятся, один отдельно летает вот там сверху, и сейчас поймаю. Вон он там один мотается отдельно от стаи, а стая, вот если камера берет, она, правда, так что не фокусирует. Вон там, вон она стоит. 13 штук накрыло, 12 полетело. Но это не такой туман. Так. Когда ясно и резко туман. Да, да.
далеко голуби ушли, как бы на сторону. Даже не знаю, поймаю их или нет. Сейчас камеру сфокусирую немножко. И вот ушли на сторону голуби, на большой круг. Не вижу, я их снимаю, нет. Ну, наверное, нет, очень далеко и высоко они ушли в сторону. Так, ну, как бы больше снимать нечего. Вот один резко падает. Один падает. Вот он. Мраморный или какой? Да. Ну, этот вроде один садится так, а других я уже потерял. Они ушли как бы в сторону с большого круга. На большой круг совсем ушли. Даже я не знаю их. Камера туда и не возьмет. Очень далеко голуби. Не знаю. Метров, наверное, на 500 ушли от дома. Вот они там омотаются почему-то. С круга совсем сошли. Вот такое вот видео. В принципе, голуби сразу же поднялись на среднюю высоту. Может, чуть выше. И стаей ушли. Не могу их там заснять. Сейчас пока на паузу. Так, ну на этом я, видимо, буду заканчивать. Голуби высоко сильно ушли и очень далеко. Аккумулятор уже у меня тоже как бы не очень. Ну, в общем, голуби летные летают. Вот здесь молодежь, то, что трое сели, один не пошел совсем в лед. Мраморные сидят. Остальные все уперли в сторону и наверх. Вот орды их напугали. И голуби, камера что-то, ушли вот в ту сторону от дома. Паша, я посмотрю. Вон там где-то они летают, там уже я сам их потерял. Ну все, я на этом буду заканчивать это видео. Вот здесь вот еще одна голубятня, которая именно для гонной птицы сверху. Ну все, всем удачи, всем пока.